Кстати, ты чё, я не понял, в Metro Exodus чё-то консолью прописал или трейнером, блядь, чтобы у тебя хорошая концовка, блядь, получилась? Потому что я в это говнище хохляцкое, блядь, ползал на карачках, блядь, ёпта, часов 20, блядь, вырубая всех по стелсу, и у меня во второй локации засчиталась плохая карма, Дамир, типа, отказался со мной дальше ехать и остался там с этой гюльчатай, блядь. А я там не убил даже никого, блядь. А ты ходил, просто во всех стрелял, ебать, и у тебя хорошая концовка. Этих пионеров тоже пострелял, блядь. Как их нахуй? Они говорят, что ты добрый. Ты колись, блядь, ёпта. Трейнер какой-то подрубил, блядь, ёпта. Чит-код? Блядь, чувак, просто дичь какая-то нахуй. Это, блядь, игра явно не для разумистов, блядь. Я просто... Я продирался с болью через каждую хуйню, и я каждый раз в голове держал, что я все это делаю ради хорошей концовки, блядь. Типа, я не просто так F5 нажимаю, блядь, целый день нахуй, а чтобы у меня была хорошая концовка, и у меня все равно сдох Дамир, а ты просто ходил, блядь, с этого, блядь, стрелял вообще во всех, потом разбирался, хорошие, плохие, у тебя такая же хорошая концовка, как у меня. Я столько говна въебал, блядь, за время этой игры, просто пиздец, ее поставил, что невозможно пройти, и у тебя такая же концовка, что и у меня. Все, я считаю, просто так лишние часов 7 ползал на пузе вообще ни за что, ни зачем. И похуй, если бы у тебя была хорошая, и у меня хорошая, мне не жалко, но какого хуя я никого в пустыне не прибил, а ебаный Дамир, блядь, от меня ливнул, а с тобой остался. Я должен был стрелять в них, что ли, блядь, в чем смысл? Экран загорается красным, я думал, это хуево, типа, я релоудился обратно, а ты барона двойника захуярил, всех перехуярил. Рабов хуярил, блядь, рабовладельцев хуярил, и Дамир такой. Ну, наконец-то ты навел. У меня единственное предположение, что ты всех в этом Узбекистане перехуярил, и там просто никого не осталось, и поэтому он и уехал. Типа, ну, все убиты. Ну, ничего, ничего страшного. Скоро выйдет Сталкер 2. Там-то все будет логично. Но это, естественно, заранее записанные сообщения с телеги, поэтому... Ну, не с телеги, с мессенджеров, которые не запрещены, которые я не осуждаю.